В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о происшествии в городе Геленджик, улица Советская. Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. По предварительной информации есть пострадавшие. Всего к ликвидации последствий задействовано от единой государственной системы предупреждения о ликвидации ЧС порядка 40 человек и 14 единиц техники. В том числе от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриля.